Из-за введения режима повышенной готовности, связанной с эпидемией коронавируса, в Десногорске регулярно проводятся профилактические меры по сдерживанию роста заболеваемости. Одной из таких мер является дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Очередная плановая санитарная обработка прошла 7 июля во втором микрорайоне. Вооружившись перчатками, маской и защитными очками, в подъезд заходит работник ЖЭО. От него зависит не только чистота помещения, но и безопасность жильцов. И ходите, обрабатываете кнопки возле лифтов, поручни лестничных площадок, ручки. То есть большое внимание обращаем на уборку подъездов. Особенно обращаем внимание на те квартиры, которые уже подтверждены настоящие, что больные там находятся с ковидом. Дезинфекция проводится ежедневно в соответствии с особым графиком. В качестве антисептиков для уборки подъездов используются агрессивные химсредства, способные дезактивировать коронавирус. Но каким бы сильным ни был препарат, открытые в летнюю жару окна уносят его следы из подъезда очень быстро. Средство, которым мы обрабатываем, оно через час уже можно зайти в подъезд и его не чувствовать. Оно быстро вылетучивается. Несмотря на режим самоизоляции и повышенные карантинные меры, жители с подтвержденным диагнозом выходят на улицу. И путь их, конечно, проходит через подъезд. Поэтому обеззараживание общественных зон многоквартирных домов – обязательный элемент санитарно-гигиенической профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.